Я хочу только добавить, это сочинение состоит из пяти частей. Это такая версия пушкинского Чесаревского фонтана. И название частей. Первая часть – «Хангелей», вторая – «Мария», третья – «Набег», четвертая – «Ночи», да. И пятая – «Бахчисарайский фонтан». Берей сидел, потупя взор, янтарь в устах его дымился, безмолвно раболепный двор круг хана грозного теснился. Thank you.
печальна и бледна, гостей не слушает она, как пальма, смятая грозою, поникла юной головою. Ничто, ничто не мило ей, Зарему разлюбил ей. Мраморный фонтан в углу дворца уединенный.